вышла я из перехода. Детский мир. Это Лубянская площадь. Там вдалеке политехнический музей. Там улица Никольская. Пойду в сторону политехнического музея. Люблю там гулять. Сейчас там, в принципе, особо так ничего такого интересного нет, кроме того, что много людей, которые идут на Красную площадь, много всякого патруля. Вот. Ну и в общем-то и все. Поэтому я туда не пойду. Технического музея и, кстати, дойду до станции метро Китай-города, и тут уже и поеду домой, наверное. Не знаю, может быть, там еще популярно. Смотрю, что-то там люди, так много людей. Может быть, уже собираются, пойдут. Тут станция метро. Лубянка, я так понимаю, подозреваю. Лубянская площадь. А вот тут станция метро Лубянка. Вот тут, кстати, тоже люди просто, я думаю, собираются. Собираются, и потом они пойдут на митинг. Понесли все эти ограничительные заборчики. Тут много. Много тут людей тоже собираются. Вместо сбора сейчас соберутся, видимо, своей какой-то группой и пойдут туда на митинг. Организации какие-то, где по работе объединили, как-то, видимо, и они поедут тоже. Правильно, кстати. То есть не просто всех подряд туда отправляют, а по организациям. По вузам, наверное, по организациям и так далее. Проверенных людей. Чтобы не было никаких терактов, я думаю. То есть не всех подряд, а там уже, если организация, там каждый человек, ну то есть как уже все на него есть. И паспортные данные, кто что, где живет, чем дышит и так далее. Потому что когда идут все подряд, там, конечно, непредсказуемо. Могут пройти кто угодно. А так уж каждый человек известен. Давай. То, что... Вы на митинг идете? Да, конечно. Молодцы. Засняли? Да. На митинг. Я же говорю, тут все собираются. Все идут на митинг. Много, кстати, вообще людей. Не знаю, сколько вот я вошла. Прямо там. Все станции метро, которые были близко к Красной площади.
гуляю уже, все до сих пор еще и люди собираются. То есть столовка, между прочим, может испортиться. Какое там красивое здание. Переход, я бы туда пошла. Прям такой красивый-красивый домик. Сейчас покажу, что там метро на той стороне. Вот это желтое большое, это дом книги раньше был. А вот между Лубянкой и домом книги, вот там в глубине, очень красивый прям теремочек. Каменный, но теремочек. Надо будет сходить посмотреть, что это. Похоже, гостиный двор, но только гостиный двор не там, гостиный двор вот здесь, а там не знаю что, но тоже очень похоже, красивое здание. Я сейчас иду мимо политехнического, буду идти музея в сторону Китай-города, а здесь везде вот, по-моему, я иду по моему пути. Вдоль моего пути тут тоже вот лавочки, везде собираются люди. Все там вдалеке высокая. Не знаю, видно или не видно. Сейчас поближе подойду. Очень красивая высота вообще. Белоснежная. Так, это улица. Это улица Новая площадь. Почему-то я вблизи не разрешаю снимать. Ну ладно. Не будем. Вблизи не будем. Ну смешно. Еще сохранились какие-то такие веяния. Не знаю, может быть, это и хорошо. Что все как бы. Не знаю, не буду судить, но еще ребят не идут, Росгвардия, судить не будем, Русское географическое общество. А здесь уже начинается политехнический университет. С той стороны вот так, такой красивый и большой. Поближе к нему и сниму. Красивое здание. Тут начало. Да, вот там, значит, дом книги, а вот музей. Как красиво.
Вокруг нее все усыпано людьми. Вот. Ну, туда, видимо, просто будут пускать, заранее не пуская. А будут пускать прямо перед самим мероприятием. И поэтому везде очень много. Очень много. В основном, конечно, молодежь.
и так знала, что Thank you.